Продолжаю запись, четвертая уже на сегодня, 14 августа, почти 3 часа. Далее. Я кроме как в туалет никуда не ходил. Вот, на улице вроде как. Поэтому вот он и вниз. 7 начался. Температура так и держится, кстати. Можно градус меньше, полградуса меньше. 22. Сильнее начался. Часов обработка идет. 49%. Вот это, блин, сделал настроечку HD на своего на процессор компьютера. Thank you.
За все лето я не слышал ни разу нормального хрома, так что действительно сильно и очень близко. Ночью гремело так, ну, то не то, в Донецке посильнее. Да, это я с настройками напортачил. Вчера я это обрабатывал гораздо быстрее. Гораздо быстрее. С теми настройками уже бы сутки, день целый обработался. Ладно, ничего страшного, век живи, век учись. Что поделаешь?
перезагрузку бы не мешало сделать, тогда все прорвется. Зайди. Отправил обработанные уже загруженные файлы на жесткий диск, конечно. У меня все зависло.
Да, по-моему, побегает мост. Обратите внимание, самец и самка. Похотливый самец бегает за самкой, она от него убегает. И чем более настойчивый он, тем быстрее она сломается и уступит ему. Нравится им мой монитор, тут и свет, и тепло. Оп. Ничего не напоминает. У людей подобное происходит. Только с цветами шампанским. Бля, так я пока не уступит. А потом другой приходит. Еще с большим букетом цветов, еще с лучшим шампанским. Ну и чем и другим. Она уходит к нему. Либо он другой. Все как у этих мошек.
Вот это завис. Передавать. О, уже 20.
каждый день по-разному ездит. Как?
Я еще и три яблочка нашел. Вот надо, тут тебе щенки забежали. Мокрые все. Что ты, малой? Что ты тяпкаешь? Надо им все погрызть.
пойду я прогуляюсь. Что я вас заболел? Шрутика, вы на улицу, дорогие мои. Время сейчас 16:01. Не надо этого делать. Не трогай кабель зарядки. Семьсот пять и восемь, да?